образ ткани, он мне еще потом, вот, когда я к этому названию пришел, сказали, что по-латински, это, кстати, анабсурдсо, да, сказал, что по-латински ткань – это текст, и, в общем-то, все вот эти тексты, слова, ноты, они вплетаются в единую ткань, на самом деле мы являемся частью этой ткани, поэтому я уже тут говорил на открытой студии предыдущей, что вообще весь фестиваль важен для всех его участников. Даже если вы вот сегодня сыграете, и все остальные концерты, они столь же для вас важны, для нас. И всех призываю на них прийти, поскольку вход свободный везде, послушать других. У всех есть чему научиться на самом деле.